Создание отделения юнармии в Ленинском районе произошло не на пустом месте. Уже много лет на Видновской земле работают военно-патриотические клубы и организации, такие как «Застава», «Ратник» и другие. Руководитель «Ратника» Михаил Кононенко и был назначен начальником штаба юнармии Ленинского района. Вместе со своими воспитанниками он проводит работу по подготовке к защите Отечества, показывает навыки обращения с оружием, рассказывает о подвигах наших солдат. Сейчас районное отделение насчитывает около 200 юнармейцев. Я захотел стать юнармейцем, потому что хочу стать защитником Отечества и Родины, служить своей стране и быть достойным сыном для своих родителей. Я хочу связать свою дальнейшую жизнь с полицией, и это мое решение, оно пришло мне. То есть я поняла то, что хочу этим заняться, благодаря как раз-таки Ратнику и юнармии. Ребята помогают в уборке памятников, общаются с ветеранами войн. У юнармейцев есть свой патриотический хор, который уже не раз принимал участие в мероприятиях Ленинского района. Заместитель руководителя хора Вагем Кратчан, недавний финалист конкурса «Рыцарь года». По его словам, он носит форму юнармии с чувством гордости и ответственности. Ребята, которые занимаются, вступили добровольно в юнармию, они одевают красную форму, красные береты. Эта форма у всех школ есть, она одинаковая, вот, и мы одеваем ее, чтобы показать, что мы тоже находимся в юнармии и всячески участвуем в этом движении. Показательное занятие в 5-й школе посетил руководитель регионального штаба движения «Юнармия», олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков. Он рассказал ребятам о чувстве долга перед Родиной и провел параллели между военной службой и сражениями на спортивных рубежах. Затем хор юнармейцев исполнил свою визитную карточку – песню «У нас Родина одна». После этого воспитанники «Ратника» показали свое умение в сборке и разборке автоматов. Свое мастерство в этом деле показал и Александр Легков, который в юности занимался биатлоном. Сейчас он часто общается с детьми, проводит мастер-классы по лыжным гонкам и проводит работу по воспитанию юнармейцев. Вот здесь у нас появляются новые направления, в которых я должен был ребятам показывать примеры, рассказывать, что и как нужно делать. Поэтому дети – это святое, как говорится, и для детей мы должны сделать самое лучшее, чтобы они потом защищали нашу Родину и на любых направлениях, и мы могли гордиться ими. 25 марта состоится военно-патриотический форум, на котором лучшие юнармейцы из Ленинского района встретятся с министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу и главой Подмосковья Андреем Воробьевым. Дмитрий Книга, Алексей Руднев, Елена Кошелева, Видное ТВ.